Так передать. Точно, это бойцы батальона «Айдар», которые были доставлены в областную больницу в очень тяжелом состоянии. Вот. На сегодняшний день состояние их нормализовалось из тяжелого в среднее стабильное. Вот. И было принято решением руководства их передать без обмена, это как жест доброй воли, для того, чтобы было понимание, прежде всего, и военнопленных о том, что мы беспокоимся о них, о том, что мы заинтересованы, чтобы они быстрее попали домой. При этом я хочу отметить то, что вы видели, в каком состоянии они сегодня уехали, вы брали интервью, и было понятно, и видно, что за ними был уход, питание было достаточно нормально, достойно. Уважение, отношения, вот. Но единственное, что я хочу заметить. Dira garrak utzitako ondorietako batzuk, hau territorioan neutroa da, pasa gara Luganskeko Herri Errepublikako territoriotik, hemen hasten da ja ukrainarren lurraldea, eta bueno, gaur ikusi ahal izan duguna izan da Luganskeko Herri Errepublikako gobernuak, herri milizietako buruak, egin duela iragarpena, bi preso, hiru preso entregatu behar zituela Ukrainar gobernuari, eta ospitalean hilabete bat egon ondoren eta sendatu ondoren ospitalean herri milizietako buruak esan du zaindu egin dituztela eta ongi jarri dituztela eta behin ongi daudela eraman ditu ambulantzia batean Ukrainar lurraldera eta presoren entrega hori burutzea ikusi ahal izan dugu hemen gauden tokian territorio neutro hontan bombak entzun daitezke etengabe ari dira erortzen naiz eta territorio neutroan eta esaten den bakea dagoela ba ikusten da ez dagoela bakerik eta bombak etengabe erortzen ari dira. Как вас встретят народ? Не знаю, это для меня тоже такая же загадка, как и для вас. Ну ожидайте, как что. Макс, вот тут вот так залезешь. Ну, все потянешь? Мы люди, да? Макс, потянешься? Да. Или нет? Подожди, давай я развернусь. А? Нет. Давайте не так. Давайте я сам. А? Я да, да, да. Так, подожди, давай, кулек себе. Вот. Да. Давай куртку, вот ты укроешься. Да. Давай на тормоз.